Движение «Талибан» продолжает захват административных центров в Афганистане. На этот раз, по данным Associated Press, пали столицы провинции Бадахшан и Баглан на северо-востоке и провинции Фарах на западе. Теперь в руках талибов 9 из 34 регионов страны. Хотя столица Кабул не подверглась прямой угрозе в ходе наступления, бои с талибами продолжают увеличивать нагрузку на афганские силы безопасности после ухода войск США и НАТО. В то же время президент Джо Байден заявил, что не сожалеет о своем решении, а местные силы безопасности должны теперь сами сражаться за свою страну. «Мы потратили более триллиона долларов за 20 лет. Мы обучили и предоставили современное оборудование более 300 тысячам афганских военных. Местные лидеры должны объединиться. Мы потеряли тысячи убитыми и ранеными, тысячи американских подданных. Теперь афганские силы должны сами сражаться за себя и свою страну». 14 апреля Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории.